Снова приветствую всех юных программистов. Возможно, этот проект ты создаешь не один день, а может быть и все сразу уроки смотришь. Тем не менее, мы добрались до третьей части урока по созданию игры «Робот-поэт», и в этой части мы уже начнем писать скрипты, спроектируем алгоритмы, но в большей степени я их тебе немножко объясню, расскажу, и мы реализуем скрипты. Я, по правде говоря, сама не знаю, какой длины получится эта часть. Возможно, придется сделать еще дополнительное, чтобы тебе было удобнее смотреть уроки. Ну что, поехали. Итак, мы закончили на том, что создали переменные и еще какие-то списки дополнительные, которые нам нужны для реализации части сценария по вопросу «Как?», для реализации скриптов. Когда мы создали строки 1, 2, 3 и 4, мы также пометили себе, что они будут программно собираться из слов, которые хранятся в списках по каким-то правилам. Давай сейчас рассмотрим эти правила. И если ты помнишь, когда мы рассматривали пример, то строки 1 и 2 у нас формировались по одному и тому же правилу. А правило следующее. Выбирается случайное слово из списка «кто», к нему прибавляется, здесь я пишу знак «плюс», случайное слово из списка «где», и к нему прибавляется случайное слово из списка «гл». Ну, давай посмотрим пример проекта. Итак, вот наш проект, вот наши первые две строки, вспомним, они похожи друг на друга. И где у нас эти списки? «Кто?» И правда, форма слова похожа. Дальше «где?» тоже и «гл». Тоже, да? То есть вот эти вот три списка нам нужны, из каждого списка нужно выбрать случайное какое-то значение, случайный элемент списка. Как создаются вторые две строки, наверняка догадываешься, но на слайде у меня есть тоже аналогичное правило. Строки 3 и 4 формируются аналогично, но выбирается случайное слово из списка CY плюс случайное слово из списка CK. И плюс случайное слово из списка DO. Ну, буду называть их так, потому что по-другому как-то, наверное, не очень удобно. Для того, чтобы это сделать, что нам необходимо? Понятно, нам выбрать нужно случайные слова из этих списков. Но как это сделать? Здесь применяется программистский прием, который заключается в использовании вспомогательного списка, который мы назвали RAND, от слова random, сокращение, в котором сохраняются случайные числа номера слов из списков для рифмы, то есть из этих вот шести списков. Но давай опять же вернемся к примеру и посмотрим, как это делает разработчик. Давай свернем немного сцену, чтобы она нам не мешала, уберем эти списки, чтобы они тоже не мешали, и смотрим код. В скриптах, если разбираться со скриптами, то первый скрипт даже не интересно смотреть, потому что здесь меняются костюмы, причем случайные берутся. И делаются паузы тоже случайные. Я думаю, что ты этот скрипт уже давным-давно написал. Ну, а если нет, то соберешь его. Если надо, будет в конце, я покажу. Нам же главное синтезировать, собрать наши предложения. И вот в этой части кода это происходит. Формируются элементы списка RAND. При этом используется команда «заменить элемент». И смотри, элементы в списке RAND. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Почему их 12? Потому что у нас в наших четырех строках получается всего 12 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да? Ну или можно посчитать 3 умножить на 4, получается 12. Так проще и быстрее, конечно же. Итак, у нас 12 элементов. В каждом элементе списка RAND мы храним не слова, а числа. А эти числа – это номера элементов в тех списках, из которых мы выбираем слова. Поэтому у нас получается так, что первый номер, да, первое случайное слово у нас будет из списка «кто». Второе случайное слово, вот оно здесь, по дороге, будет из списка «где». Третье из списка «гл». И мы видим, что выбирается случайное число от единицы до длины этих списков. Почему берется длина списков? Потому что, ты, наверное, помнишь, у нас длина списков разная. Но если мы возьмем, допустим, посмотрим длину списка «кто»,
Здесь у нас 10, значит, получается, что у нас выберется случайное число от 1 до 10. Таким образом, у нас появится в списке RAND число случайное, которое будет задавать номер первого элемента в наших стихах, в нашей первой строке и так далее. Наверное, ты уже понимаешь, что в каждом элементе у нас будет номер того элемента списка, который нам нужен для синтеза строки. И смотри, что у нас получается. Опять же, кто, где, гл для первой строчки нашей списки прибавляться будут. Да? Потом, кто, где, гл для второй, то же самое. Дальше, с, y, c, k, d, o для третьей и c, y, c, k, d, o для четвертой. Теперь наверняка ты можешь даже по памяти это воспроизвести. Ну, либо следи за мной, и мы вместе это сделаем. Я пока буду делать без цикла всегда, а потом мы просто этот цикл добавим, потому что стихи у нас синтезируются бесконечно. Можно и без цикла один раз только сделать. Ну что, поехали. Итак, когда щелкну по флажку, мы выбираем команды «Заменить элемент», «Один в списке RAND». И нам нужно выбрать случайное число от 1 до длины списка. Берем длина списка. И какой у нас здесь список? Убираю сцену, чтобы не мешало. А список у нас для первого элемента «Кто?». Дальше, в принципе, можно дублировать эту строку и менять параметры. Второй элемент. Здесь уже нет цифры 2, поэтому мы просто щелкаем двойным щелчком, пишем цифру 2. RAND остается, но уже случайное от 1 до длины списка. Где? Почему? Потому что по правилу, сейчас покажем, вернемся. Для первой строки у нас в списке «Кто?», «Где?» и «Гл». Для первой и второй даже, да? Значит, у нас здесь список «Где?», опять дублируем. И уже третий, не забываем менять номер элемента в списке RAND из списка «Гл». Теперь мы можем спокойно эти три строки, даже три блока, продублировать, потому что у нас тоже будут те же самые списки, чтобы не менять. Но здесь обязательно номера элементов списка RAND мы должны ввести 4, 5 и 6. Вот у нас будет выбираться случайный номер для первых двух строк. Теперь аналогично, дублирую пока одну. Для седьмого элемента списка RAND у нас, давай вспомним правила, для третьей и четвертой строки какие списки? C, Y, C, K и D, O. Это запомнить сложнее, потому что здесь менее понятные названия. Да? Вот видишь, что дают нам имена любых переменных и списка в данном случае. Если бы они были более понятные, нам было бы проще. Итак, C, Y, C, K, D, O. Значит, здесь у нас будет C, K. Пока помню, поменяю списки. C, Y, C, K, D, O, да? C, Y, C, K и D, O. Вот, C, Y, C, K, D, O. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно сверить. C, Y, C, K, D, O. Правда. В правиле у нас то же самое написано. Ну и последнее, уже самое простое. Три последних блока мы дублируем. Вот я нажимаю правую кнопку мыши на третьем снизу блоке. И вот эти три блока раз продублировались. Здесь у нас списки выбирать уже не надо. А здесь пишем 10, 11 и 12. Вот у нас будет уже формироваться список. Ну и знаешь, мы можем сейчас даже взять и выполнить эту часть кода. Нажмем флажок, она выполнилась. И давай посмотрим, что у нас в списке RAND. Почему-то ничего. Давай попробуем еще раз. Опять ничего. Почему это происходит? Потому что мы заменяем элементы, и когда уже один раз была выполнена программа,
то элементы заменяются. Но пока элементов нет, длина 0, у нас ничего не работает. Что нам делать? Да мы просто возьмем и добавим 12 пустых элементов. Вот их ровно 12. Давай сейчас выполним наш скрипт. Раз, и вот они заменились. Вот они были пустыми до этого, теперь у нас случайные числа. Давай я увеличу этот блок, чтобы были видны все значения. И еще раз выполним. Запоминаем 7, 2, 8, 7 приблизительно, да? Еще раз. Оп, теперь другие номера. Другие. Другие. То есть у нас создается список с номерами элементов, которые мы дальше будем использовать. Уберем теперь этот список. Давай поставь видео на паузу и напиши эту часть скрипта, а потом мы продолжим кодировать дальше. Ну что, надеюсь, список RAND у тебя формируется. И пойдем дальше. Давай посмотрим пример. И на примере я просто прокомментирую, что происходит дальше в коде. А дальше в коде у нас, после того, как мы сформировали список RAND, происходит следующее. У нас формируются значения переменных, строка 1, 2, 3 и 4. Те как раз строфы, которые выводятся у нас на сцену. Сейчас у нас будет как раз самое интересное. Мы получим первое наше четверостишее. Причем у каждого получится свое, потому что мы выбрали случайные значения. Что же в этой длинной строке происходит? Давай разберемся, а потом ее соберем элементарно. Во-первых, здесь используется команда «задать значение переменной», мы ее прекрасно знаем, правильно? И потом еще оператор «слить», который соединяет две строки. Но смотри, как много у нас этих самых «слить». Раз, два, три, четыре, еще и внутри. Потому что собираются они еще с использованием пробелов. Если мы не будем соединять их с пробелами, то у нас все слова сольются в одно трудночитаемое. Нам нужно вставлять пробелы между словами. И как это происходит? Ну, как сливать, мы их соберем. На самом деле это будет видно, когда я буду собирать блоки. Но самое главное, что нас должно интересовать? Какие элементы берутся? И здесь применяются те же самые правила, которые мы уже должны были выучить на зубок. Для первого предложения, для первой строки нашей строфы, нашего четверостишия, сначала берется элемент, уже случайный, его номер определяется из списка RAND, но в списке RAND это первый элемент. И это элемент из списка «Кто». Затем аналогичный элемент из списка «Где», но уже это, его номер будет записан во втором элементе списка RAND. И затем опять через пробел у нас из списка «ГЛ» берется тоже случайный элемент, потому что у нас в третьем элементе списка RAND его случайный номер появился. Ну и дальше пробел, в принципе, он здесь уже не обязателен, но для красоты, возможно, он даже и нужен. Давай посмотрим. Да, наверное, нужен пробел, потому что иначе сольется с частью этого блока. В следующей строке, если ты внимательно смотрел, у нас происходит то же самое. Ну, формируется строка 2, поскольку у нас то же самое правило. Нам просто надо будет продублировать этот блок. В третьей строке отличие лишь в том, что используются другие списки CY, CK и DO. И даже если ты их сейчас уже не помнишь, у нас будет подсказка в виде кода, который мы написали до этого, используя те же самые правила, ту же самую последовательность. Ну что, думаю, понятно. Давай перейдем к нашему проекту. Итак, в нашем проекте сворачиваю, чтобы ничего мне не мешало. Берем, работаем с переменной. Значит, мы берем «задать». Строка. Начинаем со строки 1. И дальше нам нужен оператор «слить». Пока я сюда не буду торопиться вклеивать, потому что у нас и так немного места и будет не совсем удобно. Значит, что нам нужно сначала слить? Нам нужно взять элемент, наверное, я перетащу сюда побольше блоков слить, они мне будут нужны, а потом мы будем их дублировать. Ну, а лишние, если будут, удалим. Вот так. Чтобы не перепрыгивать туда-сюда, потому что здесь мне больше нужно. Итак, нам нужно выбирать элемент,
из какого списка? Из списка «Кто?» Выбираем «Кто?», но номер этого элемента у нас будет элементом, вот сюда смотри внимательно, вклеиваем, первым элементом из списка «Ранд». Еще раз повторю, почему? Потому что здесь номер случайный, который мы получили вот здесь. Генерировался случайный номер. То есть это номер элемента из списка «Кто?». И с чем мы сливаем? Сливаем с пробелом, чтобы после этого слова первого был пробел. И теперь мы можем вклеить это вот сюда. Дальше мы приклеиваем следующий элемент. Какой? Элемент из списка «Где?», но его номер будет в элементе под номером. Опять здесь мы не можем выбрать число, поэтому вводим 2 из списка. Вот здесь уже я на краю нахожусь, нужно пролистнуть, неудобно. Из списка «Ранд». И с чем мы сливаем? Тоже сливаем с пробелом. Ставлю пробел. И не торопимся сюда прикреплять, потому что нам не хватит места. Нам нужно будет еще сливать с третьим элементом. Давай сюда аналогично. Как сделаем? Еще раз прокомментирую. Выбираем элемент из списка уже «ГЛ». И номер этого элемента у нас в третьем элементе списка «Ранд». Вот, получилось. И тоже сливаем с пробелом. И теперь нам нужно их соединить все вместе. Каким образом? Нам нужно сначала слить эти два и потом приклеить сюда. Значит, мы еще один блок этот берем. И сначала у нас будет «Где?», потом «ГЛ». Да? Значит, сюда клеим «Где?», а сюда вклеим, сейчас попробуем, вот этот, который из списка «ГЛ». Вот так. И теперь всю же эту конструкцию перетаскиваем вот сюда. Вот такая получилась длинная строка. Видишь, как длинно? Но зато сейчас мы ее можем спокойно взять. Вот видишь, она вся у меня тянется. Смотрим внимательно, потому что можно что-то оторвать. И сюда вот вклеиваем. Теперь нам уже не надо будет это так все собирать. Эти блоки я уберу, я с запасом набрала. Мы что можем сделать? Мы можем продублировать. Давай я покажу строку 2, как мы сделаем. И потом ты сделаешь аналогично, поставим на паузу. Да? Что у нас здесь меняется? Здесь у нас те же самые списки, но номера этих элементов у нас хранятся уже не в первом, втором, третьем элементах списка «Ранд», а давай посмотрим, в четвертом, пятом и шестом. Ну, в общем, логично. Значит, мы просто здесь меняем цифры. 4, 5 и 6. Замечательно. Давай сохраним наш проект. И даже, чтобы было веселее, попробуем выполнить. Оп, и вот у нас первые две строки нашего четверостишия уже сгенерировались. Давай поставь видео на паузу и сделай вот эти вот два блока, две команды собери. И потом мы соберем две вторые строки. Итак, я не сомневаюсь, что у тебя все прекрасно получилось. Теперь мы продублируем этот блок. И уже в строку 3 мы соберем элементы, но уже из каких списков? Подсматриваем. Из списка CY, CK и DO. Значит, сначала выбираем имена списков CY, CK и DO. И потом вспоминаем, что нам нужна другая нумерация. Здесь мы закончили на номере 6, а здесь 7. 8, 9. Можно даже уже так долго не размышлять, потому что все дальше идет очень просто. Оказывается, программировать этот проект даже где-то быстрее и проще, чем готовить исходные данные. И четвертая строка, она из тех же собирается
списков, но дальше у нас после 9 идет 10, 11, 12. Так и сделаем. Здесь вводим 10, 11, 12. Ну что, проверяем. Та-дам! Все отлично. Я думаю, что сейчас ты тоже это сделаешь и будешь радоваться синтезу стихов. А потом мы единственное, что сделаем, это поможем Гобо их произнести. Ну что, я думаю, ты уже наигрался, синтезируя стихи, потому что можно нажимать на флажок много раз и получать новые четверостишие. Пока наш Гобо ничего не говорит, но уже можно прочитать то, что он синтезировал. На самом деле мы с тобой уже реализовали систему с искусственным интеллектом, который умеет синтезировать тексты. Пусть даже он собирает из готовых слов, но это первые шаги, которые делает любой специалист в области искусственного интеллекта. Так что я тебя поздравляю, теперь ты уже знаешь одну из задач, как решают. Ну а сейчас осталось озвучить, это даже больше программистская задача, но она связана тоже с некоторыми моментами. И этот момент заключается в том, что у нас для этого используется еще один список, который называется «звук», или я его назвала «sound». И в этот список мы будем помещать слова из синтезированной строфы, которые робот должен произнести, точнее проиграть нужные звуки. И если ты помнишь, наши звуки называются точно так же, как у нас записаны слова. Ну давай вернемся опять же к примеру проекта и посмотрим код в нашем проекте примере. Дальше, после того, как мы собрали строки, идет следующая часть кода, где опять заменяются элементы. Что-то мы уже такое с тобой делали, да? Только мы делали не со списком звук, здесь звук у меня sound, а со списком rand. И смотри, тоже 1, 2, 3, 4 до 12. И здесь аналогично 1, 2, 3, 4 до 12. Такое легкое дежавю, да? Но мы уже выбираем не случайное число. Случайное число у нас есть, а мы выбираем элементы. Причем элементы те же самые, которые мы помещали в строку. Зачем нам это надо два раза? Ну, просто потому, что строки мы выводим здесь на сцену. Это для пользователя вывод, а это уже для системы, для воспроизведения звука. И для того, чтобы долго не возиться, здесь, смотри, тоже мы можем увидеть, что у нас элементы 1, 2, 3, 4 до 12 из списка rand. Это что у нас? Это те самые случайные номера. А здесь списки кто где гл, кто где гл. CYCKDO, CYCKDO, те самые, которые у нас являются элементами правил синтеза наших строк, наших предложений. Ну что, сейчас мы элементарно, используя уже тот код, который есть, соберем эту часть. Давай перейдем к проекту и делаем следующую вещь. Свернем, чтобы не мешалось ничего. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужна команда «заменить». Элемент уже в sound, но если у тебя звук написано так вот латинкой, ты можешь использовать этот идентификатор. И здесь что нам нужно? Нам нужно всего лишь выбирать вот эти вот элементы из списка. Поэтому я возьму, нажму правую кнопочку мыши на вот этом вот блоке, дублировать и смотри, как очень быстро, раз, и у меня получилось то, что мне необходимо. Дальше я уже могу даже просто дублировать этот блок. И что здесь менять? Во-первых, здесь у нас будет номер 2. Во-вторых, здесь будет номер 2. Ну и здесь у нас будет список какой, где. Если не помнишь, можно подсмотреть. Вот, кто где было, кто где было. Дальше опять дублируем. Третий элемент. Тоже третий дважды. И список было. Снова дублируем. Даже вот я продублировала один, неудачно, уберем его, продублируем все три, потому что у нас опять повторяются эти самые списки. Кто где гл, зачем я буду менять лишний раз, а здесь всего лишь допишу просто номера элементов. 4, 5, 6 и снова 4, 5, 6. Дальше для вторых двух строк
точнее для третьей и четвертой. У нас уже здесь будет номер 7. 7, и список уже не GL, а CY, CK, DO, да? Значит, первый у нас будет CY. Дублируем CK. Дублируем DO. И не забываем нумерацию 7, 8, 9, 7, 8, 9. Проверяем. Все верно. И опять 3 блока мы можем продублировать. Дублируем 3 эти строки. Раз. И здесь уже у нас будет те же самые списки, но 10. 11, 12. И здесь тоже не забываем. 10, 11, 12. Но пока это полдела. У нас ничего не будет произноситься. Пока мы только сформировали список sound. Но опять же мы можем выполнить и сверить. Вот наше четверостишие и наш список sound. И опять получается, что ничего не работает. Почему же? Ну, конечно же, список-то пустой, а мы используем команду «заменить элемент». Как можно заменить то, чего нет? Да никак. Пока мы не добавим и смотрим внимательно, нам надо только 12 элементов. Но если будет их больше, ничего страшного, но это лишнее место для хранения. Конечно, лучше это не допускать. Здесь мы напрямую задаем номера, поэтому, в общем, не страшно. Ну, а теперь проверим. Запускаем. И вот наш список sound. Сейчас я его размещу так, чтобы мы могли прочитать все элементы. Вот. Почти читается. Но тут уже, к сожалению, места больше нет. А эти блоки я не хочу перемещать. У меня получилось красиво. Но смотрим. Картошка. Картошка. К Волге. К Волге. Берет. Берет. Антошка. К Волге. Совпало. Берет. То есть... Удивительно, но совпало. Бывает такое, что совпадают какие-то элементы. То есть дважды попалось одно и то же случайное число. Но если мы дальше синтезируем, то вот здесь уже по-другому. Да? Если мы будем несколько раз нажимать, будут другие. Ну и опять же проверим еще раз совпадение. Все совпадает. Ты можешь несколько раз проверить. Я думаю, что убедишься в том, что все совпадает. Тем более, что сейчас мы добавим синтез звука. Точнее, воспроизведение его, и у нас все будет еще лучше. Ну что, поставь видео на паузу, допиши эту часть скрипта, а потом мы уже воспроизведем звук. Итак, нам осталось сделать буквально маленький шажок, и наш проект начнет жить своей жизнью. Давай вернемся к примеру и посмотрим, как у нас синтезируется. Я уже использую этот термин, потому что он используется всегда в этой сфере, где компьютерная система что-то как будто бы говорит. Это называется синтез звука. Мы должны просто его проиграть. То есть наш персонаж будет произносить наши слова. И происходит это следующим образом. Выбираются элементы из списка звук. И опять же по номерам 1, 2, 3, потом 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Но все они из списка звук. И здесь, в принципе, уже тебе должно быть все понятно. Самое главное, что нужно выбрать команду «Играть звук». Конечно же, у нас должны быть все звуки. Я надеюсь, все у тебя есть. Мы ведь это все делали в предыдущих частях урока. Между строками он делает еще паузу 0,3 секунды. Ну, как правило, действительно, стихи читаются построчно. Сначала первая строка пауза, вторая строка пауза и так далее. Но я уже вижу, как программист с некоторым опытом, что вот это вот мы можем, в принципе, организовать в виде цикла. А точнее, двух циклов, которые будут вложены друг в друга. И заодно мы поработаем, закрепим наши знания по работе с циклами. Чтобы это сделать, нам нужна еще одна вспомогательная переменная, которую тоже автор проекта создавал. Вот она, переменная «и». Как правило, буквой «и» латинской обозначаются переменные, которые используются в качестве индекса для подсчета элементов. Но у него не все, видимо, получилось, либо не было времени, желания, понимания и прочее. В общем, нам на самом деле не важно, потому что уже сейчас мы можем оценить, какой колоссальный труд был
проведен этим человеком и просто восхититься тем проектом, который он создал. Но давай все-таки сделаем с помощью циклов. Итак, нам нужно создать переменную i. Пишем i. Она нам не нужна на сцене. Сразу убираем. Дальше мы зададим начальное значение этой переменной, равное единице. И выберем цикл «Повторить». Что мы будем повторять? У нас 4 раза повторяются одинаковые последовательности команд. Давай еще раз посмотрим. Вот 1, 2, 3, 4. И мы можем сделать это внутри цикла. А внутри того цикла будет еще один цикл, где 3 раза будет повторяться. Ну, давай сделаем. Так, здесь 4 раза. А внутри, внутрь вставляем 3 раза. И что будет происходить? Будет использоваться команда «играть звук». Какой звук? Звук – это у нас элемент с номером, который у нас будет в переменной «и», из sound до конца. Но прежде чем мы начнем работать, чтобы перейти к следующему элементу, нам нужно изменить и на 1. Зачем нам нужно было 2 цикла, а затем, чтобы после первых 3 элементов мы сделали паузу 0,3. Ну, если я ни в чем не ошиблась, то сейчас у нас все начнет работать. Давай проверим. Развернем. Запускаем. Ложка в залоге шепнет. Ладошка в берлоге пугнет. Портной остужал ромашку. Запасной уважал кармашку. Ну вот, вроде даже все и получилось правильно, да? И при этом мы сделали код более компактным. Нам не понадобилось даже использовать слишком много блоков. Мы это сделали быстрее, ничего не дублировали. И у нас получился более оптимальный код. Наверное, у тебя уже возник вопрос, что, возможно, можно было бы сделать точно так же и вот здесь, и здесь. Но здесь не все так просто, потому что у нас используются разные списки. Поэтому здесь надо очень хорошо подумать, стоит ли вот так вот оптимизировать. Здесь может не получиться. Что у нас еще не сделано? У нас не сделано то, чтобы он синтезировал стихи бесконечно, всегда. То есть вот это все, что мы сейчас сделали, нам необходимо заключить в цикл «Всегда». И вот у меня уже возникают некоторые сложности, поэтому я это и показываю. Нужно вот несколько раз так вот попытаться протянуть, вот получилось, чтобы у нас цикл всегда был с самого начала и до самого конца. Если не получилось, то просто отдельные группы блоков можно еще раз перетащить. И в примере у нас была смена костюмов. Давай мы тоже сделаем смену костюмов отдельным скриптом. Это делается быстро, тоже в цикле всегда. Я просто сделаю следующий костюм и поставлю паузу, ну, наверное, полсекунды. Будет ощущение, что Гоба у нас не робот, у меня получился не робот, а Гоба будет произносить фразы. Давай посмотрим. Картошка в берлоге жует, кошка от изжоги берет, нервно больной загружал дурашку, выходной нагружал чувашку, лорд на слоге. Ну, дальше я уже не буду играть. Думаю, что уже можно проект запускать, сохранять, делиться и придумывать что-то новое. Я желаю тебе различных успехов. Дописывай скрипт. Я открою вот так вот, чтобы тебе было удобно пролистывать видео, если не помнишь, как мы это делали. И встретимся в следующих уроках.